Доброго всем времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Анна и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И данный вопрос, куда делся раздел акций программы, я сейчас отвечу легче в видео, потому что сколько бы скринов я не снимала, все равно это очень-очень неудобно. Итак, мы сейчас находимся в моем личном кабинете. Вот, и раздел акций программы, вот тут вот бегуночек, как вы видите снизу, и вот раздел акций программы находится вот сейчас в разделе партнерства. Нажимаем на раздел партнерства, и у нас тут есть акции программы новым консультантам, акции бизнеса, все есть акции бизнеса, да, какие бы вы ни захотели. Далее новым консультантам акции, набор ухода за кожей и обновленная стартовая программа. Там дарится парфюмерная вода на выбор. Далее акция Фаберлик Клуб. Это подарки каждому, да, про нее нужно знать, потому что это крутая, очень крутая акция. Далее идет VIP-программа, она тоже недавно обновилась, да, то есть тут вы можете в этом разделе посмотреть все VIP-привилегии. И также вы можете посмотреть, каким образом, если вы VIP-консультант, под вас компания будет регистрировать людей и что нужно для этого сделать. Далее, также правила сотрудничества. Тут есть, да, как вы видите, огромный перечень всего. Тут есть и кодекс деловой этики и все такое прочее. Вот, и так далее, да. И давайте снова вернемся обратно в раздел консультантам. В раздел консультантам, так. Да, то есть вот он кодекс у нас. Далее, значит, да, вот через кнопочку «Поделиться» вы можете делиться этим в соцсетях. И вот это вот «Поделиться с друзьями», партнерская ссылка. Если людям понравится данная статья, то они зарегистрируются только под вас в первую линию. Далее давайте вернемся в раздел «Партнерство». Да, то есть мы с вами посмотрели правила сотрудничества. Далее есть план развития, далее есть обучение и далее есть раздел «Элита Фаберлик». Вот, в принципе, и все разделчики, да, запутаться тут очень сложно. Как вы видите, в доходах лидера есть и бонус «Быстрый старт», и квалификационные бонусы, и бонус стабильности, бонус развития, бонус материнства и усыновления. О них можно в подробностях почитать. Далее, значит, Академия Фаберлик. Тут можно покупать очень дешево обучение от компании. Кстати, оно очень стоящее. Ну и «Элита Фаберлик», как вы видите, тут уже есть наша Светочка Спиридонова. Вот мы с Антохой, как Верхневолжский регион, да, то есть вся «Элита Фаберлик» собрана как раз вот здесь. Так, Колю Андрейка что-то я не вижу, а вот, вот наш Николай. Ну вот, в принципе, и все. За 2 минутки я вам рассказала, куда делся раздел, да, и где бы вы ни были, на какой страничке, вы можете в партнерство Фаберлик всегда попасть, также можете попасть во все пункты выдачи, да, то есть тут же есть как оформить заказ, оплата, доставка, да, к примеру, вы проживаете в России, вам нужно узнать доставку, оплату на Украине, применяете Украину. Давайте ее найдем. В самом низу выбрала страну, да, нажимаете «Выбрать». Вот, и в самом низу, допустим, нажимаете «Какая есть доставка в Украине», да, и тут вам написано, что доставка заказов, какая она есть, доставка в отделении «Новопошта», доставка заказов в почтоматы «Приватбанка» и адресная доставка есть, да, то есть даже если вы проживаете в любой стране, вы можете через доставку, да, применяете флажок Украины, к примеру, или флажок Казахстана, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, стран ЕС и так далее, и вы сможете легко и просто узнать все доставки, которые у вас доступны вашим людям, даже если они из других стран. Ну что ж, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых полезных для вас видеороликах.